Рубль отступает. В ходе вчерашних торгов на московской бирже за доллар давали уже 75 рублей. Правда, к вечеру он немного опустился до 74,5. Евро переступил отметку в 80,5 рублей. Падению российской валюты способствовало новое обрушение мировых цен на нефть. Вчера баррель опустился ниже психологически важной отметки в 35 долларов. Столько нефть марки Brent последний раз стоила 11 лет назад. Эксперты связывают падение цен с тем, что предложение по-прежнему опережает спрос, а также с ситуацией на китайском рынке.